Парковка запрещена, работает эвакуатор. Знаки на острове Русском появились, но рыбаки не ушли. На грунтовой дороге от остановки Ворошиловская батарея до пересечения с улицей Экипажной на острове Русском автомобили так и стоят. На прошлой неделе рыбаки устроили на Русском настоящий коллапс. Первая корюшка собрала сотни любителей подледной рыбалки. Своими авто они перекрыли дорогу островитянам. Пробку пришлось ликвидировать сотрудникам ГИБДД. Для островитян эта дорога – единственный путь на материк. Пробка может обернуться настоящей бедой. По этой дороге на остров едут аварийные службы, МЧС, скорая помощь и полиция. Но рыбаков не пугают невозможные последствия, а не эвакуаторы. Рыбаки, они вообще в наглую ставят машины, где надо, где не надо. Короче, даже в магазин, если пойдешь, вот большой поток будет машин идти. Самый сезон разгара в декабре. Дорогу не перейдешь здесь. Потому что утром, когда едут на автобусе, вот школьники, сын у меня мотается каждое утро в город, в училище, так там не проедешь вообще. Они ставят эти машины в 3-4 ряда. Вот здесь вот эвакуатор уже стал работать. Там, говорят, знаки уже поставили.